поддержка и обмен опытом. В столице региона продолжается управленческая сессия для руководителей филиалов Госфонда «Защитники Отечества». Напомним, что в период с 5 по 7 ноября в Самаре собрались более 300 человек со всех регионов страны для обсуждения ключевых вопросов комплексного сопровождения и поддержки ветеранов СВО и их семей. Поприветствовал гостей губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Уверен, что сегодняшнее мероприятие, сегодняшний обмен мнениями позволит каждому из нас еще больше узнать о том, а как поддерживают ветеранов, как поддерживают их семьи в других субъектах. Обменяемся этой практикой и будем становиться еще сильнее. В режиме ВКС команду фонда поблагодарил за работу Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета Госфонда «Защитники Отечества», и Ольга Баталина, заместитель министра труда и социальной защиты РФ. Сегодня у нас действительно начинает получаться выстраивать такую бесшовную работу, когда ветераны или члены семей погибших героев специальной военной операции, члены семей ветеранов специальной военной операции вообще не должны чувствовать межведомственных переходов. Это не их проблема, это не их головная боль, это наша работа. У нас на федеральном уровне, уж не говоря об изменениях, которые постоянно происходят у вас в регионах, постоянно вносятся изменения в федеральное законодательство, постоянно донастраиваются действующие меры поддержки, расширяется категория лиц, которые относятся к ветеранам боевых действий. Понятно, что все эти новации должны оперативно и, главное, качественно доноситься. Для гостей управленческой сессии также провели экскурсии по филиалу фонда и управляющему центру занятости населения. Рассказали о работе самарского филиала. Здесь очень много специалистов, знающих на любую направленность, хоть юридическая, хоть какая. Любой участник боевых действий, хоть действующий теперь, может сюда обратиться, взять справку, может за советом прийти. Тут также психологическая помощь есть. В настоящее время в Самарской области реализуют более 40 мер социальной поддержки. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.